До Дня Победы остаются считанные дни. Педагоги образовательных учреждений муниципалитета не только проводят уроки памяти, но и совместно с ребятами готовят праздничные концерты. В дошкольном отделении областного центра диагностики, образования и коррекции в Расторгуеве провели интересную интерактивную программу, посвященную защитникам Родины. Они всегда вовлечены, они просто по-разному все могут поучаствовать в таких мероприятиях, но тем не менее участие, причастность к стране, причастность ко всем мероприятиям, они должны чувствовать это с детства, понимать, что и дедушки служили, и сейчас папы служат, и чувствовать причастность именно к своей стране, к своей родине. И такие мероприятия, безусловно, нужны. Почетными гостями праздника стали семьи мобилизованных. Видновчанка Юлия Илюшкина вместе с детьми старается не пропускать подобные мероприятия. Очень часто зовут на мероприятия, и администрация звонит, зовет на разные концерты. Утренники, детские, спектакли. Также есть в Видном клуб жен мобилизованных. Это отвлекает от как раз плохих мыслей жен, семей, которые в ожидании своих близких. Также концерт посетили представители администрации Росгвардии и муниципальные депутаты. 9 мая – это один из основных, я считаю, что в жизни каждого российского человека праздников. Сегодня наши защитники защищают во время спецоперации, проведения спецоперации, а завтра, для того, чтобы завтра это не оказалось на нашей территории. Ребята пели, танцевали, читали стихи и разыгрывали миниатюры. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете, только ты и я. А зал подпевал маленьким артистам и поддерживал аплодисментами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.